Привет, друзья! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем Тоша Плаг. Так, ребятки, музыка интересная, красивая, голос чудесный звучит. Прелесть, молодец, очень красиво. Слушаем дальше, ребятки. Она на меня запала, я ее трахнул и бросил. Нахуй мне эта любовь, лучше приму пару таблеток. Она бегает за мной, но я ее игнорю. Я буду лишь с тобой, но утром меня не будет. Я сразу поскал, скалу пару бессонок. У меня игрок на вечности, я играю нечестно. У меня есть эти деньги, я их заработал нечестно. Лучше возьми под руку, я выебу твоих. Сучка на кровати, я и делаю больно. Во мне много препаратов, они не делают больно. Опять же, ави-ави, это все, что мне надо. Всегда красные глаза, я буду как дьявол. Сучка на кровати, я и делаю больно. Во мне много препаратов, они не делают больно. Опять же, ави-ави, это все, что мне надо. Всегда красные глаза, я буду как дьявол. Ребятки, очень интересно, очень интересно. Голос, обработка такая красивая, ребятки. Такая, знаете, обработка такая электронная. Музыка прекрасна. Ребятки, ну танцевать, прям двигаться. Вот в клубе. Прелесть, прелесть. Мне нравится, ребятки. Молодец, молодец. Профессионально, профессионально. А любви трек, ребятки, от любви. Так, ребятки, что скажу? Очень легкая музыка, легкая танцевать. Хорошо танцуются, ребятки, очень хорошо. В любом клубе, в хорошем клубе, пожалуйста, танцуй, отдыхай. В кафе, прелесть, профессионально поют, все звучит профессионально. Музыка обработана современной техникой, ребят. Сейчас это модно у нас, ребятки. Голос меняет. Вначале так поет, потом раз, меняется. Очень красиво, ребятки. Молодец, мне понравилось. Трек о любви, ребятки, я же сказала. Про молодых людей. Чем они занимаются, что они делают, куда они ходят, отдыхают. Мне очень понравилось. И музыка понравилась, и голос очень понравился у молодого человека. И все у него сделано профессионально. Молодец, молодец. Продолжать в таком же духе. Ну, действительно профессионально. Ну, что я могу сказать? Готовый артист. Молодец. Пока, друзья.